Я вывернул нос от байдарки полностью. И вот там, вот в самой глубине, Никита в том году уже заливал жидкой латкой. Где-то вот там вот травит. Причем этого вообще не видно. То есть чисто пузырек воздуха выходит и все. Откуда? Совершенно непонятно. То есть это прям в самом носу такие маленькие-маленькие пузыречки выходят. Но баллон спускает примерно часа за два полностью, ну почти полностью. Сейчас я опять это все прогрею феном, обезжирю, еще туда жидкой латки налью. Ну вот, видимо, две байдарки придется вскрывать. Залил все жидкой латкой, примерно пол тюбика. Размазал палочкой по всей длине. Латка подсыхает, и вот там вот видно, какие-то пузырики выходят. Хотя баллон, в принципе, спущен. Но что-то там, видимо, есть. Я думаю, что это все сейчас застынет. И, может быть, это поможет. Ну, по крайней мере, вот производитель рекомендовал мне именно так сделать. Где-то вот там, в самом носу. Если не поможет, тогда надо будет, значит, байдарки либо вскрывать, либо производителю отвозить. Вот наши отметки, которым мы помечали место, где травит баллон. Пузырьки не выходят. То есть бурления никакого не наблюдается. Соответственно, жидкая латка помогла. Но вот откуда же все это все-таки травит, совершенно непонятно. Значит, где-то есть еще какие-то микроотверстия по шву, откуда может выходить воздух. Но именно вот оттуда, где он раньше выходил, на предыдущем видео, воздух уже не выходит. Соответственно, как дальше ремонтировать, совершенно непонятно. Но в целом не травит. Может быть, клапана чуть-чуть спускают воздух. Не знаю. Так, палатка была накачана во вторник, вот отметочки. Вот там вот она была проклеена в носу. И сейчас пятница у нас. Вот до такого состояния она спустила. То есть спускает не сильно, но имеет это место быть. Вот этот баллон получше, потому что он, получается, переборку выдавил в ту сторону. Соответственно, ремонт жидкой латкой помогает. Но сейчас я буду ее опять надувать, смотреть, где спускает, и наливать жидкой латки еще. Потому что, в принципе, вторник, среда, четверг, пятница, то есть трое суток полноценных байдарка отстояла. А эта сторона вообще отлично. Продолжаю заливать жидкой латкой все стыки. И вот туда вот внутрь уже залил, наверное, 3 или 4 раза. Потому что там все равно в одном отверстии выходит воздух. Сейчас будем проверять водой. Все, больше пузырей у нас нету. Зато нашли новые повреждения. Вот здесь вот травит. Так, байдарка лежит уже больше суток, примерно часов, наверное, 30. С этой стороны, где было отверстие, баллон держит, не спускает вообще. В носу, как видели, ничего не травит, но спускает где-то здесь. То есть это целая история, целый квест найти отверстие, но спускает уже совсем чуть-чуть. То есть, в принципе, даже с такой накачкой спустя сутки можно плыть. Но все равно придется подкачивать иногда. Так что вот так. Так что смотрите, следите за байдарками. Нельзя их перекачивать. Нужно следить за давлением, чтобы не были сильно накачаны, чтобы не появилось где-то вот именно в носовой части у них проблем. Прошло больше, чем двое суток. В принципе, баллон держит. То есть, как он был, так и остался в таком состоянии. Так что можно считать, что мы жидкой латкой заклеили все повреждения. Потому что вот этот баллон не спускает вообще. Вот этот спускает, но не очень сильно. Двое суток не так он сильно спустил. Так что ремонтировать можно жидкой латкой. Вполне себе протечки в носу.